Мы в Олимпосе вчера вписались в отельчик, потому что сегодня съемки у нас. Завчера на руинах ночевали в палатке. На пляж тут не пускают, потому что здесь черепахи приплывают откладывать яйца. И ночью, в общем, ходит охрана. С пляжа всех выгоняет, чтобы черепахам не мешали. Вот, а эта тема про жилье. Короче, это называется трихаус. Но на самом деле это не домик на дереве, а я покажу снаружи. Это просто такая вот деревянный домик. Стоит 200 лир за комнату с двух человек. И в 200 лир еще входит ужин и завтрак. Такие типа шведский стол. Вот. В общем-то это дорого, это $40. Но тут ничего дешевле нет. Вот, и в принципе с ценами на еду, если считать, то получается, ну, 25 где-то за жилье. Ну и примерно пятнашку вдвоем бы потратили на ужин и завтрак. Так что, в принципе, нормально. Такой домик у нас на втором этаже. И есть еще домики на первом этаже. Довольно зелено вокруг, скалы с двух сторон, в таком ущелье, в сосновом лесу. До руин пару минут идти и до пляжа тоже 5 минут пешком. Что еще? Байрам называется место. Вот классный у них ресепшн, гамаки всякие там висят, и можно целый день, в общем-то, тусить, как тут народ и делает. Вот такой лакшери для бродяг, в общем. Place. Нормально.